Проблемы и у автолюбителей. Региональным и муниципальным властям хотят разрешить вводить плату за проезд по автодорогам, в том числе и в центре городов. Такое предложение поступило от профильного комитета Госдумы, и его уже поддержали в первом чтении. Кроме того, депутаты предлагают установить контроль за парковками, создать их реестр, определить их количество и емкость. Причем речь идет о парковках не только в черте населенных пунктов, но и на федеральных дорогах. По мнению красноярских активистов, это не решит никаких проблем, а только усугубит ситуацию с пробками на красноярских улицах. Если мы говорим про платный въезд в центр города, то у нас, к сожалению, все автомагистрали идут через центральную часть города, и просто нарушится вся логистика. Помимо всего этого, у нас все административные здания также находятся в центральной части города. Во-первых, это ударит по карману, а в-третьих, это просто заблокирует весь город.